Всем привет. И сейчас мы будем устанавливать Lazarus для Windows и для Linux. Для тех, кто как бы не знает, как это делается. Устанавливать я буду для семерки 32-битный. Все, что для этого нужно, написать надпись Lazarus в поисковой машине. После чего мы выходим на сайт Lazarus, где нажимаем кнопку скачать. На самом деле программа очень маленькая. Скачивается очень быстро. Что бы хотел рассказать про Lazarus. Устанавливается он одинаково и на Windows, и на Linux. В результате вы получаете сразу готовую среду для разработки приложений. Никаких настроек больше не требуется. Вот такая отличительная особенность у Lazarus. Ну, пока скачивается, подождем немножко. И вот скачался наш Lazarus. Открываем папку. Закрываем браузер. Запускаем на инсталляцию. Ничего не меняю, все по умолчанию. Вот так инсталируется Lazarus для Windows. Практически уже все проинсталировано. Lazarus абсолютно собран и готов к работе. Только что я объяснял, как инсталлировать в другом видео NetBeans, и по сравнению с этим как бы Lazarus это абсолютно нечто. Далее я объясню, как проинсталлировать в Linux. Там несколько система посложнее, но мы увидим тоже, что все замечательно работает. Вот наш проект, все компилируется, все работает. Теперь, как я и говорил, проинсталируем Lazarus в Linux, операционная система Debian. Открываем браузер. В браузере точно так же пишем Lazarus. Переходим на сайт. Автоматически здесь уже выбрана моя операционная система Debian 32 бита. Я жму загрузить файлы. Тут представлено три файла. Потребуются все три файла. Я их ставлю, соответственно, на скачивание. Сохранить. Жму назад в браузере, скачиваю следующий файл. Нажимаю сохранить, опять же назад, и скачиваю третий файл. После скачивания у вас получится три файла. Последовательность следующая: вы устанавливаете сперва FPK просто, потом который SRK и потом только Lazarus.
Установка осуществляется с помощью команды. Сейчас полноэкранный режим. Открыть с помощью установка программ. Вот так, именно так, только так. Нажимаем установить, начинается установка. Нужно написать пароль. Все это делается достаточно таки быстро. Ну, у меня просто виртуальная машина. Потом открываем следующий пакет. После того, как вы проинсталлировали все пакеты, вам нужно установить также дебаггер GNU. ДБГ я напишу. Напишу. Даже вот так я напишу. Потому что без дебаггера ваш Lazarus работать не будет. Вот он. Ну, я ставлю 32-битную версию, а вы, соответственно, который вам подходит. Все. Не спутайте, source — это исходный код. И вот, соответственно, есть дебаггеры. Вот просто дебаггер тоже есть. Ну вот, в общем, так вот дебаггер нужно будет тоже установить. После чего уже можно запускать Lazarus, и как видим, он работает. Программа компилируется. Все работает.